когда в деревне стояли, я, короче, это, мы с пацанами нахуй хату вскрыли. И знаешь, что я оттуда вынес? Че? Компьютер, нахуй. Компьютер, который стоимостью, ну, примерно 1150. Нифига ты. Я его домой привезу. Ну, там еще по мелочам набрал. Ну, даёте, блин. Золото там, не золото. Отберут потом. А? Блин. Отберут, говорю. Да не отберут. Мы это все знаем, куда донатить. Мы все грамотно делаем. Тут это борьба, миссия наша выжить, понимаешь? Ай-яй-яй-яй-яй, да. Да это, да, слов нет. Ты уже знаешь, оно, ну, вот это все, короче, не могу уже передать, как это, ну, на нервах все это, ну, хана, короче. Да это, да. Так дело в том, что тут приехали, ага. Люди пострелялись, этот, и уезжают, понимаешь. А мы тут как постоянно, блядь, сам себе жрать, а ну, как у нас, сами себе жрать готовим, по погреба все погребали, уже с погребов. Ну, короче, ага. Хана. Россия оставляет после ага. себя... А вот нас когда... же вывели, 22-го вывели, и нас часть не захотела и обратно возвращаться, понял? Ну. Вот типа отказники, понял? Мы остались. А, и все, вы уже вот, нет, там они пацаны в лагере, в Белгородской области, около Лулуи, понял? Ну. Вот, а я по семейным в отпуск. Да, в части добрался, там рапорт написал, хуё-моё, и домой сорвался. А да, я да. Слышал, ваши танки, в смысле, танковый полк, там 60 танков отставили. Ну, у нас тут было 60, осталось 10. Разгибали его. Половина в плену, половина 200-й, 300-й. На вас не говорят, когда вводить? Я ваших видел, в смысле, мы на Валуйках стоят, там целая рава ваша. Бля, братан, я хуй знает. Говорили 24-го нас уводят, нихуя уже. Стали 26-го. Ну, 26-го тоже хуйня. И последнего даты, но это, скорее всего, это 6 мая. А наша реактивка что, так и будет молчать или начнет что-то делать? Я хуй знает вообще. Ничего не известно. Все молчат, чего, как, хуй поймешь. Понял. Че ты говоришь, кому прилетело? Комбригу, командующей бригады. Ну. Прям в живот прилетело. Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили, он уже со всеми прощался. Утащили его до вертушки мы. Увезли в Россию, короче, его на вертушке, а там сердце уже не выдержало. Нифига себе, понятно. Пизда вообще, вообще пиздос жесткий. Пиздец вообще, блин. Пацанов дохуя поебашило наших, вообще дохуя. Я уже пиздец заебался за них. Я сегодня смотрел, короче, ты вот мне сказал, что там, что дохуя, но уже больше на 1000, чем в Чечне. Ну, нихуя. Вот так вот, официальные, типа, официально. Ну, это официально, блядь, я тебе скажу, 25 900 погибших. Это, блядь, за 2 месяца. Дима, главное, береги себя, реально. Да я уже как думаю, блин, это... Я ж тебя, сука, откопал на этой Украине. Да я, блин, думаю, ебануть в какой-нибудь угол уже себе руку и уехать, сказать, что меня осколком перебило ее. И домой поехать, нахуй, с тремя лямами. Либо захуящий себе самому в ногу осколок молотком забить. Ну, тогда проще выстрелить себе, там, не знаю, лодыжку, блин. Не, это самострел будет. Так нельзя. Здорово, петухи, петушиная голова, ну шо? Да хоть бы шо, блядь. Пойдем сейчас, блядь, укропа украшить, нахуй. Заебашили сейчас, короче, отжали у укропа танк, нахуй, понял? Въебали в него полтонны тротила, блядь. Наебашили его полный, нахуй, блядь, болтами, гайками, хуяйками, нахуй. Помимо этого, блядь, отпешили его весь, блядь, минами, втурами, блядь. Сделали на него дистанционное управление, нахуй. Сейчас на пульс его в деревню запустим, посреди деревни, как уебем, нахуй. Сейчас только будет бабах и писюны по стенкам, блядь.